Блин, я так боюсь туда заходить. Я вообще... Блин. Как вот... Как проходить такую дичь, а? Ну это же капец страшно. Вот как так? Как жить дальше? Ха-ха-ха! Екатерина, тебе страшно? Я тебя спасу! Та-та-ра! Мне очень страшно! Тебе страшно? Помоги мне! И я тебе помогу! Ты мой супергерой! Я тебе помогу! Тебе не будет страшно, честно! Тебе, на тебя никто не нападет! С тобой все будет хорошо! Катя, я тебе обещаю, не будет страшно! Не будет вообще, не будет страшно! Никто на тебя не нападет! Фу, не плёйся! Никто ничего тебя не украдет! Ничто с собой не случится! Ты мне доверяешь? Да! А где лайки на видосе? Не знаю, но... Будут лайки на видосе! Не надо смеяться, это страшная карта! Почему ты смеешься? Будут лайки! Мне от тебя страшно в душе. Я нашел ключ! Можно я буду дальше играть? Пожалуйста! Подожди! Я просто сделаю так, чтобы тебе не было страшно! Аааа! Твою мать! Я же говорю, тебе не будет страшно больше! Можно я поиграю уже, супергерой? Ну подожди, супергерой! Уходи! Отодвинься! Давай сделаем так, Екатерина! Если на этой серии мы наберем 25 тысяч лайков, то выйдет следующее. Ставьте лайки, чтобы Катерина не обкакунькалась на этой серии. Ставьте лайки, чтобы Бэтмен больше не орал так мне в ухо. Ставьте лайки! Проходи карту. Это я, Катя. Ёбарас, ты серьёзно? Это я, Бэтмен. Ты что? Ты мой спаситель. Я твой спаситель, Катя. Поехали, Катя. Я поехали. Спустилась отсюда. Ты спустилась, но тебе нужно туда вниз идти. А, мне ничего не страшно. Тебе не страшно? Мне уже посмотри, ничего. Что там под лестницей. Да, давай, конечно, в темную. А, ну тогда зайди вот сюда, в эту дверь. Я не знаю, что там есть, парни какой. Ты не видишь то, что нас переместили с какого-то общежития в ад? Что? Нет, в ад? Ну иди туда. А почему все стены черные тогда? А я могу? Нет, нет. Нет, ты не можешь упасть. Так. Ты немножко обкакунилась, потому что я испугался. Так, иди вниз, быстро, иди вниз. А что за... Я не знаю, это вот этот чел, который тебя убить хочет. Нет, да не, мне кажется, тут никого не будет, давай. Иди вперед. Я сам. Да в смысле сам? Иди сам. Ну ладно. Ты думаешь, я боюсь? Тут, да. Же, тут же ничего нет. Тут же никого нет, никто не выпрыгнет, Кать. Кто? Ага, тебя кто-то убил. А, нет, не убил, это просто стена сзади появилась. Так, ладно. Это мы на кладбище, да? Круто. Нет? Здорово. Здесь кто-то спать, да? Должен, как я понимаю? Ребенок какой-то. Ребенок какой-то. Так, книжечка, да? Что в книжечке написано? Где дети? За стеной? За дверью? За сатаной? Сзади тебя? Никого здесь нет, Кать. Я надеюсь очень сильно на это, возможно, сейчас он забудет. Вот это не слышишь, что там происходит? Там телек, вот телек что-то делает. Там вот эти вот звуки, послушай. Не хочу! Да, послушай. Не-не-не, давай. Да, давай с наушником, в смысле без наушников, чтобы ты не обкакунькалась. Конечно. Так все слышно. И так все слышно. Ладно, кубик Рубик, Кать. Ты умеешь собирать кубик Рубик? Да, мяч футбольный. Квадратный. Мяч футбольный, кубик Рубик. Мне так кажется, кровушка. То, что... Кровушка, это кетчук. Кетчук. Это кепчук. Так, Новый год у кого-то здесь был когда-то, как я понимаю. Когда-то у кого-то здесь... Там что-то написано. Ёханик, бай, тут много всего написано. Доктор, я думаю, у меня проблемы.
доктор, я думаю, у меня проблемы. Ну, короче, он сошел с ума, да. У него большие проблемы. Дверь открылась, и телевизор выключился. Идем. Идем туда? То есть ты думаешь, что все там нормально будет, да? Давай иди ты. Вопрос, куда ты пришла? Я что-то не понял, куда... Ладно, иди дальше, Кать. Очень хорошо, что ты глаза закрыла. Так, Кать! Стой. Играй дальше. Так, бери мышку, развернись. Ага. Развернись. Нет, здесь никого нет. Открывай двери. А я не открываюсь. Дай сюда. У нас есть ключ. Ага. Хорошо. Ёханый бабай, вытащил эту записку, сам обосрался. А сейчас, мне кажется, что-то будет, потому что все зависло. Сундучок, в сундуке ничего нет. Я могу открыть сундук? Нет, не могу. Тут у нас двери, тут у нас цветочки, тут у нас открытая дверь. Идем туда. Твою мать! Тут ничего нет в этом сундуке, ничего нет. Ага, прекрасно. Здесь... Кто посоветовал эту карту? Кто посоветовал эту карту? Тут кто хотел? Я надеюсь, ты сейчас... Тебе очень хорошо сидится. Нет. Тебе не хорошо сидится, а тебе стыдно! Твою фуражку за ногу. Ладно. Ошибка. Нет, ошибка. Да. Ошибка. Еще ошибки. Давай еще дальше пойдем, там вообще капец ошибок будет. Что за ошибки, Кать? Что за ошибки, мать вашу, куда вы нас за... Ядрёна, мать, здесь уже темнота просто кромешная. Твою мать, а что делать? Что делать? Мне сердечко слабо. Твою мать, что ты, Катя? Опять вот это вот... Ошибка. Чё за ошибка? Чё происходит? Чё за... Галлюцинации или что это такое? Ужасные звуки. Я понимаю. Кто делал эту карту, вот реально просто сумасшедший, мать вашу. Потому что такое придумать, это реально с ума можно сойти. Ага. Хорошо. Куда нас закинули, у меня такой вопрос. Я пока что вообще ничего не понимаю, куда нас закинули, но в какую-то лабораторию, где кому-то просто, наверное, мозги немножко выкручивали и вставляли в сраку. Объекты. Идем дальше, я надеюсь, что... О-та-та-та-та-та. Так, подожди. Это лаборатория. Это лаборатория какая-то, да. Сюда нет прохода, а вот здесь... И здесь нет прохода. Значит, зачем ты 5 карты взял? Тебе что, страшно? Ладно. Ну ты, конечно. Здесь есть лифт, и здесь есть еще одна комната. Мне интересно, лифт работает? Мне кажется, это какая-то стена. Ладно. Типа ада. Это двери в ад? А, твою матушку, срака тупая! Я из-за тебя испугалась, а не из-за этого деда, блин, сраного, ты. Короче, нас арестовали, потому что мы сконтактировали с этим дедуганом. Кто это вообще такой? Почему он нас стрелял? У меня такой вопрос. Что? Мы проиграли? Произошло. Нет, мне кажется, нас просто сейчас в плен возьмет. Все, я звоню в полицию. Алло? Настоящая концовка. Подожди. Алло, помогите, пожалуйста. У нас тут это ЧП. Нас заложники взяли. Кто тебя в заложники взял? Так, там типа была концовка. Но написали то, что это не настоящая концовка. Настоящая концовка, вот она. То есть мы попали в какую-то лабораторию, и нам сказали то, что это не настоящая концовка. Потом нас перекинул на начало карты и сказала то, что вот реальная концовка. Это мы сдохли? Или нам нужно это убить?
ли нам нужно к нему подойти, или это то, что мы искали? Ладно, мы подойдем. Мы подойдем. Тихонечко, спокойненько. Ты об какую делась, да? Нет. Это знаешь, как в фильмах ужасов? Какие-то шумы, там, звуки страшные. Кто здесь? И кто нужно здесь? Идти туда на страшный звук. Так же и мы сейчас пошли на эту хренотень. Писец там было написано. Писец. Органы, глаза, дети. Ага. Руки, тело. Голова есть, тела нет. Отлично. Рук тоже нет. И ног нет. А, это все очень прекрасно. Куда мы, мать вашу, ку-ку-ку-ку! А, он пропал! Он пропал! Он так он же пропал, да, он пропал. Как прекрасно, Катя, как прекрасно, он пропал. Интересно, куда же он ушел? Куда он ушел? У меня такой вопросик. Куда? Где он? Может, он где-то за наш выход? Ага, да. Мы так возьмем и выберемся. Ага. Где мой сын? Это, ага. Может, это сын? Угу. Ой, как неприятно играть на этой карте. Как неприятно. Кто посоветовал эту карту? Ты видела? Там кто-то за этой решеткой был. Ай, кукуру! Так, это кукурудза! Ага, там какие-то глаза. Я только сейчас заметил то, что там кто-то есть. А, как прикольно, Катя, смотри, кто-то здесь есть. Ага, да. О, круто, наш сейчас опять куда-нибудь. Мы куда-то выпрыгнули, да. Че? Ёханый бабай. А, мы в вакууме, да? Смотри в экран. Где он? Убийца! Убийца детей! Где мой сын? А, так я сын, да? Я же в этой колыбельне. Все? Я пошла туда. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Я пошла. Как? Туда, куда ты пошла? Я пошла. Нет. Плохая концовка. Мы сдохли, мы проиграли. Конец. А это что такое? Ёперсеты. Что там цифры меняются? Ёперсеты. Детский мусор. Детский мусор. Так, я... Поздравления, спасибо большое. Ну и что это за кнопка? Сколько этих концов? Ага, просто. Это карта. Кать, я предлагаю на этом закончить эту серию. Да, я тоже, все, пока. Все, куда пока? Все. Все. Я надеюсь, вы больше никогда меня и Катю не будете просить, чтобы мы проходили хоррор-карты, потому что это, Такое. Ну, в любом случае, окей, 25 тысяч лайков, если наберем, я обещаю то, что какое-то продолжение да выйдет. Выйдет? Возможно, когда-нибудь. Возможно, когда-нибудь выйдет. Поэтому, ладно. Самое главное, подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики и никогда не пропускать стримчанские. Мне и Катеридзе также будет очень приятно. Спасибо большое всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Алло, милиция? Какая милиция? Милиция уже не полиция. Алло, полиция? Алло. Меня тут держат в заложниках и заставляют проходить хоррор-карты. Все. Отдай! Ник.
никто об этом не узнает!